Ивановский драматический театр обратился к новой форме. Впервые зрители пригласили на читку. Это не спектакль в привычном представлении, хотя его предварительно репетируют. В других российских театрах читки очень популярны. Как правило, для них выбирают современную драматургию. Она провокационна. И этим она интересна, потому что она кричит на злобу дня. Интересна не лексика сама, а построение современной драматургии. Вот. Но ставить ее очень проблематично, потому что она имеет более сжатый формат. Вот. И поэтому, допустим, на большую аудиторию в зале это сложно сделать. Зрителей посадили прямо на сцену. Перед самым началом читки занавес закрылся за их спиной, и люди оказались в центре происходящего. Вот это действительно очень хорошая идея, очень свежо. Во-первых, нет такого расстояния между актерами и зрителями, то есть мы как бы приближены к ним, и это дополнительно играет на восприятие. Ивановским зрителям представили пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Произведение новое, опубликовано в феврале этого года. Действие происходит в полицейском участке. Декорации отсутствуют, костюмы условные, реквизит минимальный. Актеры на сцене читают, дружно перелистывая страницы. Все внимание слову. Подольский знак. Ну да, из Подольска. Население. Что население? Население Подольска. Что население Подольска? Назовите численность населения Подольска. Желательно с точностью хотя бы до десятков тысяч. Откуда я знаю? Вы всю жизнь живете в Подольске и не знаете его население? Да какая мне разница-то? Кстати, о словах. В современной драме нередко встречается ненормативная лексика. Эта пьеса не стала исключением, а потому возрастное ограничение 16+. Ты что думаешь, что менты вот такие тупые твари, которые умеют только бить, пытать, взятки брать и наркоту подкидывать? Да нет, что вы, я просто... Не, ну в принципе ты прав. В ходе допроса выясняется, человек из Подольска ничем не интересуется, ничего и никого не любит, презирает свой город. Не замечает, какого цвета стены в подъезде, какие виды открываются из окна электрички, которая изо дня в день возит его на работу и обратно. Печально, но в человеке из Подольска многие зрители узнали самих себя. Ты работаешь на неинтересной работе за смешные 35 тысяч. Тратишь на дорогу по 3 часа в день туда и обратно. Ты играешь электронную музыку в группе «Жидкая мать». Судя по всему, твоя музыка мало кому интересна. Или совсем никому. Не факт, что она интересна тебе самому. Ни денег, ни популярности она тебе не приносит. От тебя ушла красивая жена. Причем ушла к ресторанному лабу. Ты встречаешься с некрасивой девушкой, которая поет тупые рок-н-роллы в группе «Мокрые пушки». Как мы только что выяснили, ты ее не любишь. И она тебе нужна только потому, что восхищается тобой и твоей дурацкой музыкой. Но это ладно. В конце концов, с кем не бывает. Самое хреновое то, что ты живешь совершенно на автомате. Если для зрителей формат малой сцены оказался чем-то новым, неизведанным, то у артистов ивановской драмы уже был подобный опыт работы в камерном спектакле «Про мою маму и про меня». Совершенно необычно, когда зритель сидит в метре от тебя, и все происходит вот буквально рождается здесь, тем более, а форма читки, она еще позволяет играть и читать. То есть здесь это совместить довольно-таки очень сложно. Ну, я получил огромное удовольствие. По окончании читки состоялось обсуждение. Зрители смогли высказать свое мнение об увиденном, задать вопросы, поспорить. Так театру проще понять, что действительно интересно для сегодняшнего зрителя, какие темы берут за душу. Эта читка первая, но далеко не последняя. Театр планирует включить такого рода творческие эксперименты в постоянную практику. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.